Привет, девочки, мальчики. Сегодня воскресенье, у меня выходной. Я бегу с тренировки с пироженками. Вы скажете, а зачем мне капкейки? А все потому, что завтра фотосессия. Я задумала эти капкейки использовать вместо тортика со свечами. Купила тоже свечи. Но завтра такой день, что мне надо все состыковать по свету. И сегодня только после 6 я буду знать, будет ли свет в фотостудии. Возможно, моя фотосессия перенесется. В общем, много дел. Я вообще не готова ни капли. Это раз. Ни разу не мерила наряды, в которых я хочу фоткаться. Единственное, что я уже распечатала референсы, которые я хочу сделать. Это, короче, образцы фото. Ну и купила реквизит. А сейчас приду, надо покушать и заставить себя померить, сделать образы. Ну, в принципе, подготовиться. Завтра утром мне надо будет встать рано тоже, чтобы у меня был свет дома, потому что будни у нас отключают чаще. Помыть волосы, уложиться, сделать прическу. Макияж, ну макияж я быстро сделаю. И еще добраться до студии. Короче, веселый будет понедельник. Ни хрена не отдохну. Но, тем не менее, у меня будут фоточки, я не буду потом париться. Честно говоря, настроения вообще никакого нет. Это делать все. Там сзади меня не идет. Потому что, говорю, что конец года добивает. У меня был сегодня один друг, так руки болят, камеры чисти чуть-чуть. Продавщица мне, короче, положила в одноразовый пакет эти капкейки. Крем весь смазался сверху, поэтому я еще одну вкусняшку купила, покажу уже дома. На всякий случай, вдруг мне что-то не понравится, я поменяю реквизит. Потом все я дома съем. Все, сейчас дойду домой и будем пытаться складывать образ. Да, помните, я говорила, что надо сделать желатиновую маску на кончике волос? Угу. Так я и сделала их. Потому что голову мыть завтра, я этого нифига не успеваю. Короче, накручу как-нибудь кончики эти, чтобы хотя бы не выглядели сухими. Дай кофе. Вообще ничего крутить не буду, будут волосы ровно. Единственное, хочу улыбать, сделать такую прям челку-волну, такую, чтобы был объем классный. Ну, посмотрим вообще, как это у меня получится. Мне так все равно, только знаю. А я всегда так тщательно готовилась к фотосессиям. В этом году у меня вообще параллельно. Это апатическое состояние. Я сейчас на тренировке 2 часа боролась с приступом тревоги. Вот сейчас иду, уже успокоилась. Короче, бред какой-то происходит. Поэтому я себя заставляю что-то делать. Типа по фотосессии движения спортзал, чтобы окончательно не заставить под этой депрессии. Потому что ну, реально конец года добивает. А вы правильно поняли? Я проснулась. Как я еще могу выглядеть после сна? Отвратительно. Короче, я не знаю, это депрессия или лень. На часах начала 9 я до сих пор ничего не делала для фотосессии. Выяснила только, что она завтра состоится. И все. Это. Мне завтра надо будет подготовиться до 12 дня, потому что у меня 12 до 2 не будет света. Фотосессия на час дня. У меня с 12 на час не будет света. То есть мне надо там встать, помыть волосы, сразу уложить, а потом снять макияж. Есть у меня такая мысль сделать это все утром завтра. По факту уже. Сколько я сейчас вообще ни черта не хочу. Просто хочется отдыхать. Я не знаю, как завтра саму фотосессию пережить. Я вообще не хочу. Абсолютно. Ну, да ладно. Сейчас, наверное, пойду покушаю. Включу сериал «Домохозяйки», как я делала до этого. И буду смотреть. Ну, надо раньше лечь спать, чтобы раньше встать. Не будьте пухшей к фотосессии. Вот. Ну, я просто приблизительно уже знаю, что я буду надевать, поэтому я сильно не парюсь. Вообще как-то не парюсь за эту фотосессию. Должно быть все окей. Подняла наконец-то свою красивую задницу с дивана. Вот такие свечки купила красивые. Но они такие розоватые. Референсы у меня тут подготовлены. Там их очень много. Не хочу сейчас доставать. Это портретики, которые я буду делать. По крайней мере, хочу сделать. Сейчас все-таки померяю наряды, потому что надо подготовиться. Итак, девочки, мальчики, первый образ. Я хочу
сделать вот эти джинсики и вот этот красивый топ. Конечно, пушап, как же без этого. Так, тут рукава у меня немножко задрались. В общем, или так, или вот так. Вот тогда рукава будут подлиннее. В общем, там уже по факту буду смотреть сзади вот так. Ну, тут я хочу больше сделать вот так, чтобы было видно. Или хотя бы посюда, полный раз не будет у меня фото. Но красиво так прям. Элегантно, легко. Я надеюсь, я не замерзну. И будут все распущены волосы. Мне он так понравился, я решила его для этого именно взять. Миленько так получилось. Второй образ — это вот такой вот платье-туника. Это тоже можно растягивать на одну плечико. Но дело в том, что когда я его покупала, я была толще. И оно сидело на мне чуточек лучше. Но тем не менее, сидит по фигуре. Сейчас я сюда, или... О, надо белье, кстати, бежевое сюда. Оно такое, как... Вот такое оно. То есть можно как красиво попозировать. Сюда сейчас или гетры черные, или черные ботфорты. В общем, посмотрю. Просто я не хочу особо в полный рост фотографироваться. В этот раз хочу больше каких-то полупортретиков, вот в таком ракурсе. Вот. Но сидит неплохо. Как бы сейчас отпаю, можно будет тоже что-то сделать. Какие-то фоточки. Такое уютное, новогоднее, как по мне. Красивое. Вещи на съемку спакованы. Тут у меня фотик, сменная обувь и мои наряды. Здесь шапка, косметичка, водичка, перекус. В принципе, все компактно и удобно. Ну что, девочки, осталось дело за малым. Блин, что я к вам всегда такая красивая, блин. Ладно. Осталось дело за малым. Не могу. Да лучше. Помыть волосы завтра, уложиться, сделать макияж. Который макияж, вообще понятия не имею, какой макияж делать. Я его уже забыла, как делать, потому что после операции привыкла ходить без него. Делать стрелки, не делать стрелки. Короче, что-то я вообще запуталась. Буду уже по ходу дела экспериментировать, так сказать. Купила я себе Деда Мороза. Обожаю этих Деда Мороза. У меня какой-то незакрытый, походу, гештальт по ним. Буду чай пить. В принципе, мне даже немножко поднялось настроение. Я так все подготовила, я абсолютно спокойна. У меня никакого нет волнения по поводу фотосессии. Мне кажется, все будет классно. Я даже улыбку прорепетировала. Спокойно, а не вот это всегда, как у меня бывает. Надо реально с макияжем что-то решить, потому что это единственное, что я еще не запланировала. Вот, сейчас включу вседушных домохозяек, домогосподарок. И буду отдыхать, набираться сил перед завтра. И завтра увидимся с вами. Все подготовлено, я спокойна. До завтра. Доброе утро, девочки, мальчики. Сегодня день фотосессии, понедельник. Я встала ни свет, ни заря. Это можно видеть по моим синякам под глазами. Я надеюсь, они пройдут у меня до обеда, когда будет фотосессия. Помыла волосы уже, сделала масочку для волос. Осталось покушать, придумать макияж. И, в принципе, все. Вчера еще накрасила бесцветным лаком ногти, чтобы блестели. Только надо будет кутикулу смазать. Но лица у нас плюсовает, очень хорошо, значит, будет не скользко, можно будет быстро потом добежать домой. Немножко переживаю, но потихоньку справляюсь с этим чувством, потому что все ок. Единственное, блин, вот эти вот синяки под глазами, я не знаю, как их замазать. Может, это, конечно, утреннее, надо сейчас заречивать чайку попить. Не знаю, какой макияж делать вообще. Попыталась сейчас полазить по своему каналу, посмотреть, какой я делала макияж, который мне идет. Сейчас еще раз посмотрю, поскольку, ну, вообще... Понятия даже не имею, что его сделать. Делать стрелку, не делать стрелку. Можно сделать просто какой-то яркий макияж естественного вида и все. Короче, то в этом плане я вообще растеряна. С волосами как-то проще. Вот. Эти волосы мне надо успеть до 12 сделать. Ладно. Как соберусь, уже покажу, что у меня получилось. И побежим на фотосессию. Что не сделаешь ради объема. Теперь буду так ходить, пока не схватится. Короче, прически пока нет, просто высушила волосы. Настолько не собранной на фотосессию я не была еще никогда. Во-первых, у меня нет настроения. Во-вторых, я вообще не хочу ничего. Так не хочу, что аж пофиг. Сейчас сяду, буду пить чай. И все. Это, конечно, вообще море. Так, ну что? Прическа готова. Да, сейчас это выглядит очень не очень.
Но я как приеду туда, и будет моя очередь фоткаться, я все расчешу, оно будет просто волнами, а все волосы будут ровными. И здесь тоже будет расчесано все. Ну, пока все, как я планировала. Там посмотрим. Надо еще накраситься, это будет полная картина. Сейчас перекушу. Ну, в принципе, можно будет чуть собираться, поскольку уже время. Да, сейчас подождите, я вас закреплю. Я вот еще думаю, у меня есть вот такая заколочка, мне просто не нравится эта сторона, не знаю, как ее так может облагородить. Думаю, может сделать вот так. О. И вот такая кудряшечка будет красивая. Ну, типа заколоть. Вот так вот. О. Поняли, да? Мне кажется, да, я так и сделаю. Так и поеду. Ну, какова красота? Короче, когда не паришься, все получается намного лучше. Вот такая милашка. Осталось только прорепетировать. Ой, надо эту кудряшку замонтировать. Хорошо. Отрепетировать улыбку. Блин, надо выбрать макияж. Я не знаю, как накраситься. Но, скорее всего, я буду без стрелок. Сделаю акцент на губы. Милота? Да, так и будет. Вот это еще думаю. Может добавить сережки? Я сначала думала никакие сережки не надевать. Но у меня есть очень красивые вот такие сережки, которые, я думаю, могут сюда пойти. Или просто без ничего. Не знаю, у меня всегда проблема, короче, с выбором бижутерии. Типа, или минимализм, или одну сережечку мы наденем все-таки на ушко. Ну, такая красивая прям. Ну, не хочется быть сильно нарядной, ну и не нарядной как-то. Вроде ничего так. Только на одно ушко. На вторую не хочу. Не знаю, в общем. Я с сережками. Мне здесь не нравится, хорошо так. Минималистично. Вообще их не ношу, забыла, как это. Да, буду без них. Мне нравится больше. Ну, взяла вот сюда украшения, на руку что-то взяла. И пару штучек колец там не будет. Вот. Вот так. Настроения как не было, так и нет. Ну, ничего. Сейчас накажусь, может быть. Ну, мне уже нравится, как я выгляжу, это хорошо. Значит, фотки будут согласны. Потому что если я себе не нравлюсь, когда я даже не накрашенная, то типа, дело труба. И знаете, что заметила? Когда волос мало, на голове их крутить быстрее. Типа вот я накрутила за 10 минут. Но это все надо прочесать очень хорошо, потом, когда я приеду на место. Поскольку сейчас это чисто заготовка, чтобы оно не распустилось. Так. Мне что-то напоминает этот макияж. Макияж невесты. В общем, я очень довольна. Волосы уже начинают распускаться. Посмотрите, как красиво. И мне нравится без стрелок. В общем, на фото должно очень красиво выглядеть. Уже 20 минут, сейчас буду одеваться по чуть-чуть и ждать машинку. И поедем уже в студию. Ой, красиво, мне нравится. На что хватит? Кстати, флешка нашлась. О, такой же есть, еще ж 50 куш можно. Так. Ну что, мы все. Сейчас, конечно, вообще макияж выглядит некрасиво. Я уже иду домой. Отфоткались отлично. Отлично, мне понравилось. Мне фоточки красивые, точно. Еще с собой сумку, половина реквизита не понадобилась. Но лучше взять чуть больше, чем надо. Волосы надо будет скоро опять мыть. И уже хочется есть. Наверное, этого не было аппетита, очень переживала. Но все прошло классно, фоточки классные, сегодня девчонка не скинет фоточки. Буду ретушировать, это будет классно. Нового года, конечно. В итоге мы успели до Нового года, потому что еще сезон не начался фотосессии. Еще только середина декабря не настала даже. Мы еще выпали по старой цене. Это вообще копейки для такой студии. И классные фоточки. Вот, хорошо, когда кооперируются два фотографа. Так что я довольна, иду домой, завтра на работу, начинается будни, вот. Сейчас приду, буду с эти капкейки, которые, с которыми фоткалась, писать. Больше всего я не люблю, так это разбирать шмотки после фотосессии, после того, как там, после приезда. И у меня сегодня такой классный макияж получился для фоток. Прям суперский, еще губы стерла, правда, и без стрелок обошлась. И вот это, блин, такой срач сейчас в квартире. Сейчас это всем не надо будет убирать, но настроение просто супер.
Я сегодня помыла волосы, вот такой у меня результат. Короче, пока все плохо. Ну, в принципе, пока выпадает одинаково. Вот если посмотреть, тупо все три раза одинаковые. А вот это, кстати, были мои капкейки. Циферки. В один я вставляла. Сейчас буду пить чай с ними. Кстати, волосы. Я пришла туда, и мои волосы практически раскрутились. Осталась небольшая волна. На концах вообще ничего не осталось. Это, конечно, накрутку вообще не держит. Вообще никак. Я их немножко расчесала, и все. Ничего на них не осталось, кроме лака для волос. Ну, хорошо, что здесь вот этот объем учёлки, он сохранился. И, в принципе, вытянул весь образ.